И других темах подробнее. Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. На ней обсуждалась ситуация в Афганистане, сообщает сайт Акорды. Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении акцентировал внимание на предупреждении всего комплекса рисков. В него, по мнению президента, включены недопущение распространения терроризма и экстремизма, роста незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальная миграция и наплыва беженцев. Наряду с этим президент страны обратил внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане. В целом, в ходе заседания главы государств обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в Центральной Азии.